have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет, привет! И сегодня мы с вами будем предотвращать ограбление, ну или же грабить, в зависимости, что нам выпадет на нашу нелегкую судьбу. Так, отличненько. Да. А где мой пистолет? А, вот мой пистолет. Странно, но ладно, я видимо забыл. Мы с вами, естественно, вы помните, уже играли в эту игру. Но я что-то думал, что у меня внизу будет подписано, что... А, оно не внизу подписано, оно сбоку подписано. Вот это я сейчас тупанул. Сбоку подписано, где у меня пистолет, где у меня фонарик. Я что-то немножечко растерялся. Я привык, что в Роблоксе обычно пишут внизу. Ну, да, тупанул. Хорошо, ждем. Пока кто-нибудь из вас... Я присесть не могу. Блин, как я чувака-то не убил? Это был я. Нет, до этого, который до тебя выскочил. Я в него выстрелил, не знаю, 100-500 тысяч раз. Да ёлки, я перезаряжался, нет! Ой, у меня патронов аж нет. Какого фига вообще? Блин, чувак на меня вывалился, я в него выстрелил там раз 6 или 7, наверное. В тебя выстрелил 2 раза, потом еще пошел за вами вниз, там пострелял. Откуда у вас столько жизни? Нечку, тут что-то пофиксили или что происходит? Побыстрее, может. Я что-то не ожидал, что будет так это... О, вообще-то быстро, знаешь. Мы уже выиграли. Да, вижу. Так, я MVP раунда. Да. Да, потому что я вас заметил, я еще и больше всего у вас пострелял. Наверное. Ну. А я больше всего всех перебил. Круто. Опа. Опа. Опа, опа. Девочка, прошу. Так, ключи дай. Включи дай. Мой ключ. Все, спасибо. Оу, Бюретта с глушителем. Валим, ну! А чем мы ходить не можем? Когда? Пустите. Я не знаю, почему вы не можете ходить. Вы уже ходите? Мы уже ходим. А, нас только сейчас отпустили, нафига себе. Я, кажется, знаю, что будет это происходить. Ты ничего не знаешь. Опа. Где свет солнца? Что ж такое? А тут можно просто пройти. Ага, все. Я на секунду просто не понял и выключил свое темное зрение. Кажется, видит твоего друга где-то. И мы можем использовать пушку только когда поднята тревога. Где что? Ой, я вижу. Ай! Тревога поднята. Это я нашла. Минус один. Брэда, это маг. Минус два. Блин, патроны. Минус два. Я не пойду моментально к вам. Я уже видел, как вы много людей перебили. Мне страшно. Не буду я. Я прячусь. Я лучше буду возле выхода стоять. Опа, слад прибыл. Так.
Сватовцы стреляли в тебя? Ну все, у меня патроны закончились. Куда наша девчуля слилась? Вот этот чувак, который играл. Что произошло? Мы же проиграли. Да, мы проиграли, потому что сватовцы прилетели. Потому что мы даже внутрь не пошли. Мы начали перестреливать. Я думал, что этот чувак пойдет внутрь, он не пошел внутрь. Я тоже не пошел. Короче, мы слились, ладно. Мог ты пойти внутрь? Да мог, мог, но вас там слишком много было. О, тут уже труп лежит, прикинь. О, нормально. Так, чувак, ты следишь за этой лестницей, у тебя как раз взгляд вниз, так что все нормально. А как мне из магазина выйти? А, вот, спасибо. Почему с прошлого раунда трупы не убрали? Я не знаю. Так, вы в прошлый раз проникли через какую-то вентиляцию, через что-то где-то... Да, есть вентиляция. 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 Вот вентиляция. Я уже буду на одну вентиляцию смотреть. Что? Заметили, заметили! Срочно в оружейку, там должно быть пушка. А ты не бандит? А, ты не бандит. Я не бандит. Так, где оружейка? Оружейка у нас из спауни, вот что. А! Что это такое, бандит? Вам что, лень было его убить? Я его убил. Ну, а теперь подбирай пушки. Мак лучше. Не, мак и чиз. Я чувака, ну я его не убил, но я ему дофигища накостылял. И второй чувак потом его подобрал с этим, с эмкой. Опа. Есть. Я два раза в него из шота дал, и чувак опять же подобрал его из автомата или что-то такое, так что нормально. Есть, этот раунд затащил. Неплохо. Так, ладно. Так, я опять экраны. Опа! Мы такие, ты видел это? Да. Тут чувак стоял, этот грабитель. Такой, а, я не здесь, чух, и свалил. Это я. Это ты? Это я. Ты грабитель? Я грабитель. О, и где твои грабли? Не ты же грабитель? Да, я грабитель. У тебя должны быть грабли. Да. Почему фонарик так тускло светит? Что за фигня происходит? Так, раунд начался, поехали. Не надо меня так пугать, я нервный, я могу выстрелить. Так. Ты что там уже гасишь? В кого ты гасишь, чувак? Так, а, вот вентиляция, я понял. Вот сюда. Я слышу там чьи-то шаги. Вроде тихо. В кого ты стреляешь? Блин, на один этаж ниже. Таш, чтоб тебя. Дробаши позабирали. Мой друг уже спалился. А, это ты стреляешь. Вот так. Дробаши позабирали, автоматы. Минуточка, автоматы это донатная пушка? Да. Не знаю, не Не там мой хлеб. Ну блин. Меня просто куча людей зажали. Ты мог обороняться в углу, ты чё? Так, второй где-то. Блин, мой тиммейт полный дебил. Мой дебил полный тиммейт. Он где-то наверху. Он наверху. Его там сватовцы прессуют. Поэтому, короче, заходить внутрь одному – это не вариант вообще. Видишь, что происходит? Черт, мне не получалось почему-то пушку взять в оружейке. Я не знаю почему. Ладно. Ну вот нафига делать то, что, блин, не хочешь? Ну, блин, а что ты хочешь, не хочешь? Же тупые... Какой же тупой тиммейт у меня был? Не представляешь. Что тебя колбасит, блин? Вызов сатаны. Ай, блин. Так, ладно. Давай, чувак, я держу тебя на мушке. Иди укради, иначе ты пострадаешь. Дайте мне ключи взять. Почему
Почему я не могу подобрать ключи? Не надо тебе, потому что... Ну, нужно. Как я буду открывать двери там? Не будешь. Ну, блин, жалко. Just don't. Куда? Куда ты делся-то? О. Так. Где же может быть вентиляция? Я и ваша цель. Вентиляция. Я одного спалю из вас, наконец-то же. Я знаю, где один из вас послышал выстрелы. Почему я не могу здесь пройти? Блин, кого там уже... Вижу. Не видишь? Спалились. Нет, ты не слышал, ты не знаешь. Да ну черт, чувак меня вычислил. Я беспалевно сидел в вентиляции, ты меня убил последний, да? Я так и подумал, а че это там чувак умер просто так? А он умер? Посмотрел вентиляцию, да. Я его убил? Да. Просто он такой выбежал, я по нему пострелял, он такой выбежал, я думал, он просто убежал. Два чувака пробежали, я их по ним пострелял. Еще чувак убегал, короче, я по нему пострелял. Это так тупо было. Вот это вот вентиляция вообще читерская. Я не знаю, как я нашел, но в следующий раз это забавно. И туда сватовцы не попадут. Ну, как бы попадут, но пока не до этого додумаются, это пройдет некоторое время. Я, например, когда был охранником, я моментально додумался. Слушай, у вас, кажется, чувак сквозь стену прошел. Ой, у вас читер. Фига себе. Да, у вас читер. Чикер! Нет! Где ты? Так, конечно, не прикольно. Я убил одного? Это да! Меня убил. Я убил последнего грабителя. Просто я в одного выстрелил из шотгана, и потом начал гасить второго. Нет, шотган это вещь. Что не говори, шотган это вещь, короче. Ну, просто... Вон, я стрелял из ППшки, и сколько там патронов понадобилось из шотгана, хорошо разобрался. Я грабитель. На нашем спауне постоянно появляется грабитель. А. Блин, это нечестно. У вас просто читер прошел сквозь стену. А, у меня есть камеры, кстати. Блин, я могу пользоваться камерами. Чего? Смотри, стоим в темноте, вот прячемся где-то, стоим в темноте с пистолетами, все. Я знаю, где вы. Чувак такой с неба вывалился. Че вы бегаете-то? Бегают. Я уже знаю, где вышли мы. Вон, я видел это, люк упал сверху, вы сверху. Я вижу там свет, я увидел там одного. Вон, там свет был. А, фух. Не понял. И не поймешь. А время есть, нет? Чуваки сверху стреляют нас, я вижу голову одного. Блин, что ж тут темно-то? Сверху, пацан.
Еще тревога не была поднята, кстати. Опа, тревога поднята, до свидания. Человек с неба упал. Откройте хранилище! О, спасибо. Я вижу грабителя. Ладно, я тоже шотган возьму. Ты говоришь, что, что он делает. Если с него попадать туда... Фишка из него попадать. Так, я где-то здесь слышу. Так, один, это, один помер. Одному эм. Вижу, вижу. Пойду ключи возьму, что ли. Давай, рискни. Блин. Майн. Где? Майн, он наверху где-то. Я поднимаюсь наверх уже. Сейчас Влад приедет. Я уже наверху, считай. До скольки считать? Не знаю, уже миллион. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где? Я не вижу. Я вентиляцию сейчас. Ну я же попадаю по нему. Какая... В смысле дымовая завеса? Ты о чем вообще? Блин. Мысли на крыше. Прикинь, слушай, если сбежит. Я понял, это способ отхода самого бандита. Чувак дымовуху кинул. Я, в общем-то, открыл эмеральды. Это золото такое, которое он должен украсть. Я его подманиваю. Ловушка. Цепа, ты где? Цепа. Кто-то по вентиляции носится. Просто жду. Бро, просто жду. Блин, ты где? Неужели он внутрь магаза пошел? Блин, что за нафиг? Я слышал его рядом с эмеральдами. Бегу. Ты здесь, не здесь? Ну-ка. Выход я открыл. Погоди, а где он? Я не знаю. Мы столько у него постреляли, ты че? Он просто пух испарился и все. У него есть это, способ невидимости. Да я знаю. Я слышал, что что-то открылся. Это был сверху, он опять сверху. А почему? Сверху я слышал. Я иду наверх. Он тут. Он где-то в вентиляции. Нет? Может, мне кажется. Блин, вот это сейчас напряжненько. Обычно катки настолько не затягиваются. А, все. Что? Что произошло? О-о-о. Мы победили. Ой, вижу бандитов. Мы победили, что? А, ну да, но все равно надо же убить его. Он нашего только что убил. Ну-ка. А. Почему ты уже опять бандит? Это нечестно. Диджей Даркс 1 представляет. В смысле? Почему я не могу ключи подобрать? Я хочу. Потому что ты их взять не можешь. Потому... А, я уже ключи взял. Понимаешь? Вот именно поэтому, да. Да. В смысле, кто там через крышу прыгает? Вы что? А, этот чувак загружается. Ладно, хорошо. Нормально, поехали. Слышно, такое же было. Парень через крышу забрался. Ты видел? Это я. Зачем ты убил меня? Это не я. Это я был. Это не я тебя убил. А-а-а. Зачем убил? Потому что... О, я косой, блин! Блин, просто моментальнейший. Самый быстрый раунд в мире. Не, он там три грабителя, если чё. Чё? Да. А такое вообще возможно? Вот теперь оказывается, что да. Вот, всё. Блин, я так тупо слился, блин. Этот, короче, вот эта трещалка, ППшечка, она вообще бесполезная. А, у неё дача такая дикая, она вроде маленькая, но ты вечно не попадаешь. И... Это очень классная штука вблизи. Вблизи, да, в кого-то зажать, но... Папа, это что, бандит был? Да, я видел. Или нет? Надо выйти на крышу. Mm-hmm. А как? Один вопрос. Надо выйти на крыльцо, почесать свое лицо.
компьютер за экранника? Да, не хакнуть, а просто наблюдать за ним. Я же тебе говорю, можно камеру, за камерой наблюдать. Нет, там, в общем-то, я понял, где у них цель. Если я могу этот компьютер хакнуть, значит, что это у них цель. Все. Подлый ладыш активирован. Вижу. По-моему. Мне кажется, я видел. Режим подлого оладушка включен. О, тут шмоточки. Я краника. Осенняя коллекция. Налетай, чуваки. Я, кажется, знаю, где бандит. Он близко. Потому что ты бандит? Нет, я не бандит. Я краник, стою, поджигаю рядом с компом. Поджигаю. Опа! Что, где? Я не могу вылезть, я застрял. А, все. А какого фига не подскажете? Чё? Чувак по мне ни разу не выстрелил. Ну, то есть он выстрелил, и он меня ваншотнул? Серьезно? Как это? Я же говорил то, что он хакер. Нет, да нифига. И к тому же, блин, сколько раз я по нему выстрелил? Сколько у чувака жизни? Ну, блин, ну это прям аж как-то немножечко удручающе, я бы сказал. Так, я могу по камерам смотреть. Вот они, вот они. Я их вижу. Они уходят. Так, сват приехал. Все, я пошел. Опа, опа. Я тоже пошел. Все. У меня одна цель, это FBI Open Up. Все. Какого фига у меня два автомата? А, нет, пистолет такой с названием автомата. FBI Open Up. Есть. Я убил одного. Двое сбежали! Блин. Я убил последнего, и двое сбежали. Это я убил последнего. Не, написано же, вон, MVP, я, White Loopsky. Я убил видел. Последнего чувака. Это просто ассист у тебя был. Но опа, я его убил. Опа. Три грабителя. Да. Пойдем. Так, в общем-то, смотри. Нужно идти по вентиляции, пока цель будет очень близко. Вперед, я за тобой, да? Короче. Ты да. У нас прям мастер-граблястер, так что иди. В общем-то, ты защищай, когда надо будет что-то взламывать, я взламываю, а ты защищай. Идем. Погоди. Иди. Нужно что-то иди. Подождать. Иди, говорю. А ну иди. Бежать можно, если что. Я знаю, я и несусь, блин, как это... Так, нужно взять эмеральды. В общем-то, два мака будет хорошо. По вентиляциям лучше не бегать, слишком много звука. Ты вперед или пошел, или ты где? Я вот. Ага, все, пойдем. Так, цель очень близко тут. Достаем пистолет с глушителем. Давай. Так, быстро сюда мчимся. Там где цель? Сюда. Нашего, давай, держу. Нашего третьего брата свалили. Да я вижу, держу. Они приближаются. Так, я взял. Иди тоже возьми. Я пока взломаю. Давай. Секурити. Бежим! Валим. А, блин, еще одна здесь. Я убил одного. Скорее ломай! Беги! Я убил второго. Выход. Где выход? Просто поднимайся наверх. Сват прибыл! Я сбежал. Знаешь, хорошая командная работа. Я могу разбиться, если прыгну? Нет. Нет. Если жил с тобой, я вижу. Ты не можешь использовать невидимость. У-ху-ху. Ты сбежал. Ла-ла-ла. А вот нашего третьего брата спалили. Или нет? А, да. Вот это сейчас было красиво. Вот это сейчас было просто шоколадно. Ма, молодец, чувак. Да. Просто офигительно. Вот ты сейчас зарулил катку. Молодец, спасибо. Да, нормально. Фух. Ладно, ребятушки, вот такие сегодня побегушки, покатушки у нас получились. Спасибо, что были с нами. Будем на этом заканчивать. Увидимся в следующих видео. А пока что всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.